Модернизация вакуумно-туговых печей в плавильно-литейном продолжается несколько лет. 4 печи уже пережили обновление. Еще 2 плавильных агрегата пущены в опытно-промышленную эксплуатацию на 3 месяца. На печах проведено уже несколько десятков плавок. Цель модернизации заключалась в том, чтобы увеличить развес уплавляемого слитка с 2 тонн до 4 тонн. ВДП номер 16 запущено у нас в декабре, а ВДП номер 15 в январе. Для того, чтобы увеличить вес слитка, на печах были оборудованы приямки для загрузочной базы. Установлены трансформаторы с индивидуальными источниками питания на каждую из 2 печей, а не на пару. Это значит, что печи могут работать независимо друг от друга. Монтаж электрической части провели работники цеха номер 6. Существенно изменилась и вакуумная система. На каждый плавильный агрегат подведена отдельная ветка вакуумных насосов германского производства. Новая вакуумная система позволяет поддерживать стабильное давление в печах во время плавления. Система фильтрации тщательно очищает воздух. Ожидается, что модернизация позволит сократить время плавильного цикла. Обновлена и собранная из импортных комплектующих система видеонаблюдения пультовой. Теперь у плавильщика есть возможность настраивать видеокамеру самостоятельно. Проект системы управления печами разработали специалисты цеха номер 24, которые и сопровождают оборудование в процессе опытно-промышленной эксплуатации.